Ну а в этом видосике про Вилд 3.0 мы заценим новое меню Майнкрафта в Вилде, новое как бы заглавное меню. Также мы заценим новый Target HUD, полностью переделанный. Также новый клик GUI, максимально переделанный, теперь выглядит по-другому. И также, ребята, новые неймтаги, которые теперь могут брать и сканировать тотем врага. И теперь мы знаем, у кого какой талик. Также, ребята, заценим сегодняшнюю киллауру, как у нас вообще все работает, как у нас пенится на ивентах. Поэтому сегодня очень интересный видосик, садитесь поудобнее. Ну а мы начинаем. А перед началом данного видеоролика хочу порекомендовать топовый сервер на 1.16.5 Rise HVH. На нем есть очень много интересных механик, таких как бассейн с рублями, также есть команда Free, где можно бесплатно залутать себе кейс донатом, дальше можно себе бесплатно залутать еще один кейс донатом и пойти их и открыть. Итак, открываем первый, открываем второй, посмотрим, что нам выпадет сегодня. У меня сейчас ранг магистр, посмотрим, какие кейсы можно выбить за 35 минут онлайна на этом серве. Посмотрим, что нам дадут, что нам дадут, что нам дадут. И, ребята, это что у нас? Что нам выпало? Авенгер и император, ребята. Все, у меня уже есть император, это очень круто. Поэтому, ребята, очень много халявы, интересный сервер. Также здесь присутствует добрая администрация, все очень четко, частые розыгрыши, все ссылочки будут в описании. IP также будет у вас на экране, поэтому обязательно залетайте сюда. Ну а мы погнали к ролику. Добро пожаловать в Вилд 3.00. Сегодня у нас вышел глобальный релиз. Теперь каждый владелец обычной премки Вилда может играть с этой версией. Раньше она была в бете, но сейчас уже вышел такой глобальный релиз. И потихонечку все вопросики фиксятся, все дорабатывается. Итак, мы заходим с Вилда. Первое, что нас приветствует, это, конечно, вот такие новые неймтаги, которые показывают пинг наших врагов, пинг наших enemy, так сказать. Также они показывают талики. То есть у нас есть топовый талик-детектор. Допустим, давайте-ка зайдем на 111-ю анку. Капец, тут много людей. Давайте-ка тогда на секундочку на имтаге выключу и подкручу себе чаночки, чтобы у нас такой онлайн вывозило. И теперь давайте-ка найдем какого-то типа с таликом. Я уже вижу у типа с таликом Крайта. Также что тут, что у нас тут происходит. Вот мы подбегаем, видим. Видим, вот у типа, где Крайт, вот, у него талик, вот у него талик Крайта, вот как работает талик детектор, это очень полезно, очень удобно. Также у каждого показывается пинг, если кто-то лагает, можно на него напасть и убить, у него будет пинг таким красным написан, значит можно будет его изи нагнуть. Также у нас есть кастомный таб, новая фишечка, мы так нажимаем таб, видим пинги немножко по-другому расписан, то есть все очень прикольно выглядит, видно дословно, где у кого какой пинг, то есть вот у типа там 400 и так далее, и так далее. Так, ребята, давайте-ка перейдем к следующим апдейтам. То есть у нас в 3.00 также был немножко перерекоден функция Arrows. То есть вот у нас вот такие новые стрелочки добавлены. Они у нас стали довольно-таки ухоженными, переработанными. У них такое приятное свечение сделано. Можно сравнивать их размер, их отдаленность. То есть они полностью настраиваемые. Но они уже не выглядят такими аркадными, простенькими, как это было в прошлом апдейте. Сейчас же они выглядят довольно-таки прикольно. То есть видим, что они довольно-таки сильно были переработаны. Следующее, что хотел бы я показать, это наш клик GUI, он у нас тоже был конкретно переработан. Менюшка поиска у нас находится сверху, то есть не нужно никаких комбинаций нажимать по типу Ctrl-F и так далее, и так далее. Просто нажимаем на лупу сверху и ищем, допустим, ауру. То есть вот она у нас в комбате, вот она аура. Все функции пропадают, остается только аура. Также у нас была очень сильно переработана иконка с зельями. Теперь каждая зелька расписана вообще по-разному. То есть теперь здесь есть иконочки зелек. Сегодня в ролике, когда будет PvP, я это покажу. Потому что раньше были просто написаны текстом бафы, там сила, слабость и так далее, и так далее. Теперь же намного проще ориентироваться. И в общем функция выглядит намного красивее, потому что я хочу пообозревать киллауру. Поэтому сейчас мы полетим на ивентики. А буду играть как бы со своим КФГ, который на 200 лайков под этим видосом, я солю свой ТГ-канал, поэтому обязательно набирайте эти лайки. Можете сразу в комментариях оценить от 1 до 10 апдейтик, что вам понравилось, что мне понравилось, что вы хотели бы добавить в чит. Возможно, я прочитаю комментарии, напишу админам, они от меня это прочитают и что-то вилд добавят, то есть того, что вы пожелаете в этих комментах, поэтому вы сейчас можете как бы улучшить вилд, улучшить бетку, если вы вилд-юзер, и как-то так это все будет, потому что админы очень отзывчивые, все добавляют, все фиксят. Ну, а как бы долго не буду затягивать, лайк влепили, подписку сделали, коммент написали, все, погнали киллауре. Итак, парни, этот моментик я уже снимаю примерно за сколько? За несколько часов до вайпа. Скорее всего, это последний моментик вообще в целом в этом вайпе. Потому что, почему? Потому что такие вот дела. Вайп уже заканчивается, новый вайп будет на фантайме, следующий уже видос будет как раз таки в новом вайпе. Сейчас полный дефицит ресов, в общем-то, я собирал себе инвентарь, я урвал Афину за 30 кк, вот она 35 кк, Афинок вообще нету, то есть единицы просто продаются, фейерверков тоже вообще нету, то есть вот 10 миллионов 27 обычных фейеров. Я купил себе за 10 миллионов 16 или 12 фейеров 4-го левела, мне вот километр нужно
нужно будет бежать, а у меня всего лишь 4 фейера, поэтому будем как-то растягивать. Посмотрим, сейчас мистик легендарный, это очень круто, нужно будет сейчас чест стиллер поставить на бинт, я это забыл сделать, поэтому давайте как раз таки это сделаем на вот эту кнопочку. Да, чтобы ничего лишнего не было, все отлично, и на П у меня реконнект, поэтому мы летим, сейчас я как раз таки теряю скорость, раз, реконнектимся, можно сразу забафаться, сколько здесь, 6 минут, силка, скорка, офигенно, можно сразу забафаться и сразу на кого-то, если что, напасть, я уже готов, посмотрим, кто тут есть, кого тут нету, ага, удары рандомно идут, у него тоже не идут, но до этого шли, я не знаю, что сейчас происходит. Вроде идут, вроде не идут. Я не знаю, хочет он умирать или нет, но у него просто фуловое хп. Да, челу просто пофигу. Вот, у него только сейчас хп отнялись. У него только одно хпшка отнялось. А как так вообще? Что с уроном? Что с уроном? Я не выкупаю, что с уроном? Вот он жмет дезориент. А что с уроном вообще? Что с уроном? На мне сила 3, Афина, меч, круша. А что с уроном? Как на этом играть? Ребята, просто оценить фантайм по 10-бальной. Как на этом играть? Как на этом играть? Мы просто ничего не можем другу сделать. А из-за чего? А из-за фантайма. Мы друг друга бьем, а у нас тупо урон не проходит. Посмотрите, просто. Ну это фантайм. Только фантайм так может. Посмотрите, он меня бьет. У меня только броня ломается. Это дефолт. Вот, он мне ничего не наносит. Он мне ничего не наносит. Просто, я ему тоже ничего не наношу. Это неадекватная игра. Это неадекватный сервер. Этот сервер просто издевает. Посмотрите, я ему наношу вот 17 хп, да? Если я буду ансофтом бить, будет так же. Будет так же, если что. Будет так же, если что. И этого так же. Я не знаю, как это работает, но почему-то это работает так. То есть вот, давайте-ка включим хиты. Давайте, включим хиты. Побьемся с типом. 17 секунд осталось. Но мне что-то кажется. Мне сейчас кажется, тут нету смысла. Все, мы просто затимим здесь. Давайте-ка сейчас подождем, кто, что и как. Вот так. Все, включаем чистилер. Посмотрите, какие топовые ресы. Посмотрите просто, как мы топово залутались. Посмотрите, сколько топовых ресов. Все, можно просто брать, ливать отсюда. Потому что, да, ребята, ПВП на фантайме это просто полнейший бред. ПВП на фантайме это просто полная кринжуха. Окей, у меня хотя бы появились нормальные стрелы наконец-то. И просто посмотрите, сколько у меня топовых ресов. Посмотрите, просто у нас талисман кобры, талисман манса, талисман лекаря, отмычка к оружию. Это все у нас есть. Давайте-ка я настакаю тогда замедление. Ага, настакал, конечно, их сразу скинул. Трапка есть на всякий случай. Ну, у меня, по крайней мере, появилась отрыжка. Можно будет сейчас на кого-то дропнуть отрыжку. Давайте-ка с этим типом еще попехаемся. 5 секунд. КТ у меня, я ем чарку. Я делаю КТ лиф. Вот, все, я делаю РКТ. Все, у меня теперь есть дабл чар. Теперь можно этого типа потихо закрысить как раз таки. Вот, все, вот так вот. И давайте-ка теперь его будем прожимать. Должен сейчас урон идти хорошо. Плюс у меня чарка. Но, посмотрите, просто, ребят. ПВП фантайм. Так, почему Келлаура его не видит? Вот все. Да. Да, ребят, вот вам ПВП фантайм. То есть вот, по типу 0 урона, он мне тоже 0 урона. Мы просто друг друга как будто гладим. То есть вот у него хпшки отнимаются по одному. У меня тоже хпшки отнимаются по одному. Мы просто как будто ласкаем друг друга мечами. Как будто бьемся на руках. Просто посмотрите, мне кажется, на руках и то больнее будет. Так, он хилится, он бафается. Он без бафов это все время был, походу, или что? Ну вот, давайте-ка его будем руками бить без читов. То есть вот, я его бью обычными хитами. То есть не хитами даже, а full unsoft. Тоже удары идут-то. То есть вот, 0 урона, 0 урона. Это просто фантайм сейчас шарит, издевается над нами. Скоро броня вся треснет. У меня скоро шлем просто треснет в хлам. Шлем, то есть сейчас флам, скоро треснет. Но ПВП выглядит очень весело. ПВП выглядит очень весело, все, у него тоже шлем скоро треснет флам. Скорее всего, здесь нужно немножко подливнуть. И я так понял, нормального ПВП у нас, ребята, с вилдом на фантайме не будет. Потому что в целом сервер хочет просто поугарать. Сервер просто троллит нас своими, так сказать, топовыми античитами. Просто видите этот античит. Ну типа что это, вот посмотрите-ка, вот все, я бегу к типу. Вот мы поехаемся. Он мне ничего не наносит, а я ему ничего не наношу.
А по сути этого не должно быть. Это значит конченый античит. Каждый раз новый античит ставят, и каждый раз какая-то фигня. Тут по у кого быстрее броня сломается, но скорее всего у меня быстрее броня сломается, и скорее всего я тут уже проиграл. Я немножко об этом расстроен. Но у меня и так есть способы ливнуть. У меня есть стрелы, как у него. И у меня есть как бы афинка. Я как бы быстрее. Да, то есть я могу сейчас просто взять, поубегать от него. У меня баф кончились. Я без бафов бился. Все, давайте-ка я забафаюсь. Я не знаю, урона нету, даже сейчас под силой 3. Должен урон быть больше, но он сейчас будет такой же. То есть вот, посмотрите-ка, килка хорошо критует, мы его хорошо перебиваем. Он нас тоже хорошо перебивает. Мы просто как... Я не знаю. Посмотрите, вот вам PvP фантайм. Вы когда-нибудь видели такое? Вы когда-нибудь видели такое? Я, честно говоря, давно такого не видел. Да, он талики уже переключает. Я, честно говоря, давно не видел такого, что ПВП было настолько долгим и настолько нудным. Ха. Так. 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 Так, у него талик Крайта. А, талик Крайта это жестко. Он мне сейчас шлем разнесет. Он мне сейчас шлем разнесет. Но он этого не знает. Но он что-то там повыкидывал. Но он мне просто сейчас шлем разнесет в хлам. У меня сейчас шлем треснет. А чарок у меня нет. У меня просто чарки кончились. Все, ребят, я ливаю, потому что он мне шлем просто в хлам разнес, а мне его похилить нечем. В общем-то, как-то так. Я не знаю. Я не вижу каких-либо возможностей тут нормально снять контент на фантайме до вайпа, потому что вы видите, что происходит с сервером. Мы с типом просто друг друга не пробиваем, только когда броня сломается. А чем чинить, у меня как бы отсутствует. В этом и проблема. Поэтому давайте-ка сейчас сразу ливаем на хом, так сказать, на спавн, потому что челик просто со мной поугарал, порофлил, и, наверное, как бы на этом обзор вилда бета будет заканчиваться, потому что у нас прикольные визуальчики, в целом софт выглядит красиво. КФГ из этого видоса будет в описании, слю его на 200 лайков в ТГ-канале, ребята. А, в общем-то, спасибо всем за просмотр, то есть килаура пенит, вы видите то, что урон как бы проходит одинаковый, то есть если я бьен софтом, у меня проходит столько же урона, сколько килаура. Если сервер нормально будет регать урон, то все будет нормально проходить, а если здесь, как чел меня бьет, и я его бью, и мы просто друга гладим, то как бы ничего не сделаешь, как бы я ни старался, я не пробью, потому что сервер так захотел. По луту мы подняли вот сколько резов, у нас есть две отмычки, давайте-ка я, кстати, их открою. Они сейчас, кстати, очень дорогие, я сейчас навыбивал очень много денег. Давайте-ка сначала откроем к оружию и сразу к инструментам. Все, посмотрим, что нам выпадает под конец видоса. Назаритовый меч, кстати, топовый меч, в начале вайпа я бы порадовался. Ну и по сути, ребята, вот как-то так. На этом у меня все. Вот такой обзор вилда беты 3.0.0.0. То есть это уже не бета, а официальный релиз. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Вот такой вот ПВП у нас на фантайме в 3 часа ночи. В 5 часов утра, нет, в 4 по МСК. Но, что могу сказать, как-то так. Очень прикольный софт. Типа, все работает, все пенит. Всем удачи и всем пока.